Это ноу-код платформа, на которой всего за пару дней можно создать без программирования, а также знания HTML и CSS свой собственный сайт. Creation позволяет создавать многостраничные сайты, интернет-магазины, доски объявлений, маркетплейсы, кабинеты образовательных систем, то есть сайты для преподавателей, что сейчас немаловажно, ведь если в интернете посмотреть, как выглядят их сайты, можно ужаснуться. А данная платформа предоставит вам возможность создать современный и чистый сайт, на который будет приятно взглянуть и, конечно же, которым будет очень приятно пользоваться. И, кстати, список, озвученный выше, не является окончательным. На платформе Creation можно создавать совершенно любой сайт. Акцент в данной платформе сделан на свободу дизайна. Для этого используются блоки, в которых элементы располагаются свободно, как в Photoshop, Figma или Experience Design. Можно создавать сайты со сложной структурой, логикой, и при этом они легко и быстро собираются. Если вы уже захотели, но не знаете, с чего начать и где посмотреть уроки, чтобы получить информацию о данной платформе, тогда вам подойдет бесплатный базовый курс No-Code Start. На нем всего за 11 уроков, которые длятся по 5-10 минут, вы узнаете все особенности платформы Creation, а также научитесь собирать любой сервис, который позволяет посетителям наполнять содержимое сайта, то есть, например, выкладывать свои объявления, как на Авито, и при этом у каждого пользователя будет свой личный кабинет с персонализацией, например, продавец-покупатель или заказчик-исполнитель. Также вы научитесь выдавать платные доступы отдельным категориям людей, отслеживать статусы заказов или заявок, просматривать историю действий и личных переписок. На основе этого курса можно создать доску объявлений, а можно маркетплейс, каталог товаров, фриланс-биржу. Сам курс показывает принцип работы инструментов. На курсе есть много всего интересного. Обязательно заходите, посмотрите, узнаете много новой, а главное полезной для вас информации. И чтобы не быть голословным, то вот перед нами сейчас открыт сайт московской доски объявлений Magento, и выполнен он как раз таки на платформе Creation. Обратите внимание, что сайт выглядит очень удобно и современно, цвета очень хорошо гармонируют между собой. Также хочу обратить ваше внимание, что сайт отлично смотрится как в мобильной версии, так и в планшетной. Хочу заострить ваше внимание на том, что это ноу-код платформа, то есть люди, которые создавали Magento, просто визуально двигали блоки, размещали и настраивали, то есть совершенно не используя HTML и CSS. У платформы Creation есть множество плюсов, например, полностью адаптивные шаблоны, Zero Block, то есть любой дизайн можно делать с чистой страницы, а не по заготовкам, пошаговые квиз-формы, интеграция сторонних сервисов, возможность создать калькуляторы для вашего сайта, поисковая SEO-оптимизация, множество готовых шаблонов, быстрый ответ техподдержки. На любом из тарифов можно убрать логотип платформы, который располагается внизу сайта. Не каждый конструктор может этим похвастаться. Также у меня для вас хорошая новость. Пользоваться данной платформой первые 2 недели можно совершенно бесплатно. Если у вас возникнут вопросы, то техподдержка у данного сервиса работает 24 на 7. Регистрируйтесь по ссылке в описании и получите сразу на счет 600 рублей. Так что если вы хотите попробовать себя в роли UI/UX разработчика, то заходите, регистрируйте и пробуйте. А я на этом с вами прощаюсь. Если данное видео было для вас интересным и полезным, ставьте лайк, пишите комментарии и не забывайте подписываться на канал.